Сегодня в Чебоксары с официальным визитом приехал советник посла Швеции в России Томас Халберг. За два дня пребывания в столице он планирует поделиться опытом в сфере строительства и энергосбережения, подсказать, как выгодно перерабатывать отходы, встать на курс устойчивого развития экономики, а также презентовать программу «Симбиосити». Познакомилась с гостями из Скандинавии и наша съемочная группа. Основная идея концепции программы заложена в самом названии. Это симбио, симбиоз и сити, город. Как научиться сочетать рост промышленного производства и уровня жизни со снижением воздействия на окружающую среду – основная идея, о которой гости из Швеции хотят рассказать в Чебоксарах. Сжигание биогаза практически не сопровождается никакими загрязнениями. Решение проблемы биологически разлагаемых отходов плюс интеграция в эту систему транспорта, которая становится экологически безопасным, не использует нефтепродукты и, соответственно, так сказать, снижает потребление ископаемых углеводородов. Наша свалка, она уже более 30 лет она там накапливалась. Для нас важно то, что вот мы строим полигон. Опять тоже, что и перерабатывание, и сортировка здесь нужна. Но вот нужно какую-то вот современную модель. Мы изучали модели в российские, значит, конечно, они плохо работают. Мэр столицы отметил еще пару проблем, которые требуют иностранного вмешательства. Это качество наших дорог, переработка древесины и их отходов, энергоэффективность. Глава города хочет развивать город более энергоэффективным и более зеленым. То мы успеем встретиться с ключевыми людьми здесь, которые интересуются нашими вопросами и развивать наши самодействия в будущем. Представители шведской компании «Симбиосити» уже успели посетить российские города-миллионники и внести свой вклад в их развитие. О том, повлияет ли их визит на Чебоксары, мы сможем оценить позже. Ольга Алексеева, Александр Петров, Республика.